секунду, я прошу дать слово Гробовому, он должен ответить. Во-первых, прокуратуре желательно, я считаю, разобраться, почему технологии, которые спасают людей, пытаются этим технологиям препятствовать на местах. Во-первых. Одну секунду, я просил не кричать. Во-вторых, почему усиленно пресса выступает против того, что произошло воскрешение. Более того, некую ложь на меня сбросили, что якобы я сказал, что 14 или там 15 октября будет воскрешение. Я такого не говорил.